с собаками нужны для того, чтобы наладить контакт хозяина и собаки. Также игры помогают развитию физическому и эмоциональному собаки, помогают снять стресс, если ваша собака испытывает его. Итак, поговорим о первой игре. Это, как правило, самая простая, самая распространенная, не требующая усилий, какой-то специальной подготовки, как физической, так и, скажем, материальной. Это игра в канате. Канатики могут быть разные. Это могут быть какие-то плетеные флисовые, это могут быть покупные веревочные канатики, это можно сделать самому, то есть взять старые джинсы, которые уже порваны, связать их в косичку, взять какие-то тряпки мягкие. Перейдем к некоторым правилам. Во-первых, все-таки с щенками не стоит сильно усердствовать и тянуть. Стоит немножко поддаваться им. Это также прекрасный повод отрабатывать команду «дай». То есть вы играете в перетяжки, взяли лакомство в руку, «дай», собачка отпустила канатик, вы дали ей лакомство. Дальше это пригодится вам в разных ситуациях жизненных. Также это прекрасный способ нагрузить собаку, потому что все-таки собаки очень любят играть в перетяжки между собой, между с хозяевами. Игру мы сейчас покажем на примере моей собаки. Ее зовут Руби, ей 6,5 месяцев, это порода стаффордширский бультерьер. Щенки не всегда сперва могут схватить или что-то понять эту игру. В принципе, можно, если щенок «дай», «да, хорошо», не сообразил сразу, что надо перетягивать или играть с канатиком, можно сделать как преследование. Когда щенок схватит, похвалили «да, хорошо», «да, молодец», «забирай, хорошо». Сюда, да, хорошо, ай, браво, дай, да, умница, Руби, хорошо, хорошо, ай, хорошо, да-да-да, Руби, да-да-да-да-да, хорошо, хорошо, ай, да-да-да, дай, ай, с более взрослыми собаками можно как-то поднимать, в принципе, аккуратно крутить. Если у собаки хорошо развита челюстная мускулатура, и она может удержать свой собственный вес на канатике. Ну, и если вы физически сами подготовлены. Хорошо, забирай. Забирай, да. Да, молодец. Хорошо. Ай, браво. Некоторые считают, что таким образом хозяин расстраивает собаку. Это так или нет? Нет, я считаю, что хозяин не расстраивает собаку. Все-таки собака понимает, что это игра. Бери. Соответственно, никакой опасности, что у вас потом собака будет кидаться или что-то как-то воспринимать, что это опасно, нету. Да, хорошо. Как долго может или должна продолжаться вот подобная игра? В принципе, игра может продолжаться столько, сколько хотите вы и ваша собака. То есть каких-то ограничений никаких нету ни по времени, ни по возрасту, скажем так. То есть это можно... Руби, скорей! Скорей, скорей! Это можно делать как с щенком, так и со взрослой собакой. Но единственное, что не каждая собака будет играть, потому что все-таки надо делать скидку на породу. Вот. Не все породы собак Руби. Скорее, скорее! Скорее, лови, 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 лови! Ай, да, хорошо! Не все породы собак любят играть в канатики, в перетяжки. Вот. Поэтому здесь тоже надо. Руби, скорее, скорее, забирай. Делать скидки.
Вот сейчас уже понятно, что ей надоело. Да. Руби. Но, в принципе, мы можем дальше заинтересовать собаку. То есть это не обязательно какие-то монотонные действия, что мы тянем и все. Собаки любят преследовать. То есть мы можем оживить канатик, заинтересовать. Хорошо. Ай да, супер. Ай, молодец. Самим подвигаться, поиздавать какие-то странные звуки. Соответственно, вот у собаки уже снова появился интерес. Да, хорошо. Просто со стороны не совсем понятно, как при этом налаживается контакт с собакой. Ведь просто идет игра. Опять же, собака взаимодействует именно с человеком. Она не взаимодействует с другой собакой, с прохожим. Соответственно, собака понимает, что у меня есть мой человек, с ним весело, с ним интересно. Он играет со мной. Зачем мне что-то еще другое? То есть другая собака, другой человек, я не знаю, птичка там. Какой-то, в общем, раздражитель, который собаке может быть интересен в среде. Да, хорошо, дай. Ай, хорошо. А получается, собака это понимает сразу, с первой игры, или это какой-то продолжительный процесс? Нет, собака не понимает с первой игры, потому что, ну, опять же, вы поиграли первый раз, один раз. Да, это хорошо, собачка поиграла. И, соответственно, если вы дальше не будете с ней играть какое-то время и вообще отложите, подумайте, что вы наладили уже контакт, то, соответственно, собачка, этот интерес у нее угаснет, утихнет, и она скажет, ну, было такое, но прошло. Вот, потому что играть надо, ну, скажем так, не ежедневно, не постоянно, но хотя бы стараться почаще, насколько у вас есть возможности. Сейчас мы вам рассказали и показали, как играть с собакой в канатик, в перетяжку. В будущем мы вам покажем, как играть с собакой в удочку.